Теплая погода все больше привлекает темиртауцев отдыхать у воды. Для этого на территории Самаркандского водохранилища подготовлено 22 специальных места. Из них 15 зон отдыха, 2 детских оздоровительных лагеря, 4 пляжа и 1 санаторий. Но не стоит забывать о своей безопасности. Решением Карагандинского областного маслихата от 9 декабря прошлого года за номером 131 определены 14 потенциально опасных участков по городу Темиртау, запрещенных для купания. В 2021 году на водоемах города Темиртау утонул один человек, один несовершеннолетний. В 2020 году у нас 3 человека погибло, из них 2 детей. В 2019 году 5 человек. То есть, как вы видите, по анализу мы идем к уменьшению. И это, так скажем, такая кропотливая ежегодная работа всех заинтересованных государственных органов. То есть в этом году тоже будем максимально стараться, чтобы ни один житель города, ни один ребенок не погиб на воде. Спасатели города призывают темиртауцев купаться только в тех местах, где это разрешено. Также не стоит забывать, что к трагедии может привести купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра. Кристина Кириченко, Арман Абылхасымов, Сергей Баданин. Новости Темиртау.